Всем привет! Добро пожаловать на канал Micro Universe. И сегодня я вам расскажу про своих муравьев Missor capitatus, или, как его называют в простонародье, желтобрюхий муравей-жнец. Обитают эти муравьи в засушливых районах среднеземноморских стран, таких как Африка, Южная Европа и Азия. В колонии царствует моногения, то есть одна яйцекладущая матка. А что у нас по размерам? А размеры у нас следующие. Рабочие 4,5 мм, солдаты 12,5 мм и матка от 12 до 14 мм. Но окрас у нас обычный, просто блестящий черный. Колонии достигают численности до 5000 особей. Ну, небольшая, в принципе, колония такая будет. Температура содержания от 25 до 28 градусов по Цельсию. Описание вида я вам рассказал, а теперь расскажу о своих капитатусах. Как они живут, чем они питаются и так далее. Ну, начнем с места их обитания. Это небольшой формикарий, всего лишь на две камеры. Именно для такой численности, как у них, а нас всего лишь там от 13 до 15 особей, этот формикарий вполне меня устраивает. Но не только меня, но также и муравьев. Кормление у них идет маком и всякими травками, сбором с полей. Но пока что в их предпочтении только мак, ножки сверчков и, в принципе, все. Вы могли видеть ранее на арене, у нас есть зерна, но они пока их не лузгают, потому что нету у нас еще тяжелой артиллерии, такой как солдаты. Поэтому довольствуемся малым. По расплоду у нас следующее. Расплода очень много. Огромное количество яиц, огромное количество личинок. Кстати, личинки разбросаны просто по всему формикарию. Их можно встретить как у главной трубки, которая выходит на арену, так и во влажной камере. То есть, в принципе, за расплодом они прям досконально не смотрит. Где он валяется, там он и валяется, в принципе. Крупным планом. Что мы можем увидеть? У нее нету задней лапки. У нее нету также усика. И она вся покрыта волосками. Ну и размеры ее просто удивляют. Она реально просто огромная. Если вам понравилось данное видео, обязательно ставьте лайки, пишите на комментарии и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.